Да. Короче, это долго я думал, блядь, как заливать на YouTube. Посмотрел одну дуру, которая 2 года там или 3 года назад что-то там пыталась. Так, это я тут вот залил, показываем безымянный. Пыталась она что-то объяснить людям, как там, что по жизни. И как он заливается. Вот. Сейчас как пользоваться, как он добавить ее на YouTube, блин. Вот, и вот она, этот видосик, она тут отправила 3-минутный. Да, Юлия Ратушная, я выключил ее. Короче, у нее тут написано, люди пишут, что за херь, у меня сколько пытался, пишет, что произошла ошибка. Я тоже, кстати, пытался, у меня тоже произошла ошибка. Юля тут нам пишет, это частенько бывает, это глюк программы. Сколько перезагружал, вгружал, загружал, выгружал эту хуйню, блядь, так вообще пофиг, что она тут говорит. Может, девочка хорошая, на рожу, что у нее там? Рожу покажи свою. Ну, вроде ничего. Ну-ка, давай. Поближе. Поближе нельзя. Ладно. Не знаю, что-то опять на фотошопе, дура. Так, ну и вот, в общем, так о чем это? Всю эту херню. Ага, ну вот. И решил, короче, я сам своим способом как-то тут. Ну, не со своим, конечно. Я, конечно, нигде не смотрел, но, наверное, многие так делают. Вот, допустим, у меня уже файл есть, вот, который я уже безымянный загрузил. Он, конечно, долго грузился, 8 минут. Почему-то. Ну, не знаю, почему. Может, нам вот другой, конечно, файл пробовать убирать. Так, вот нажимаем вот сюда, вот эту хрень. Тут приветствует меня всякая фигня. Блок SD, DVD, HD, iPhone. И вот она, облигация YouTube, как говорится, да, вот она это говорила сюда нажимать. И вот у меня далее нажимаем, у меня тут. Оп, и попробуйте еще раз. Попробовал, ничего не получается. Послал я ее нахуй со своим видосом, поставила дизлайк, потому что проверять надо вещи перед тем, как выкидывать. Ну и в общем-то. Вот я сделал на эту веб. Не знаю, можно на какой-то другой, наверное, сделать. Но я поставил веб, у меня где-то формат MP4, 1200 на 8720 имени размат. Короче, нажимаю далее. Тут имя проектора. Короче, папка, где эта хрень у тебя указана. Так, показать результат ввода, туда сюда. Нажимаешь готово. Там, ага, все, поехал. Нашло, и он, короче, вот эту обработку делает. Обработку мы не будем показывать, он, блядь, долго идет. Просто делаем такую фигню. Она у тебя обработается. Ты уже заходишь на YouTube. Вот ты на YouTube. Что-то тут видео прорвалось. Ага, молодец. Так. Вот, добавить видео. То есть ты находишься на Ютубе, на своей страничке. Ну, это не моя страница, но это, да, тут всякие, вот там вы, тут всякое есть. Всех, которых смотрю, хотел танки позаписывать, я как начал записывать, так у меня там пинг, блядь, по 200, по 300 скачет. В PS и так 12 был комп слабенький, да хер с ним, короче. Ладно, вот добавить видео, да. Добавляем видео. Вот. Уберите файлы для загрузки. Открываем ее. То есть здесь надо будет смотреть, где у вас эта хрень вся лежит. То есть локальный диск C, ну там, куда вы скидывали. В основном у нас сюда вот где-то скидывается. Пользователи. Так, ага. Так, тут что у нас? Мои видосы. Вроде не мои видосы. Мои документы. Мои документы. Так, вот она. Камстре студия. Камасутра студия, короче. А вот у меня безымянный, который был вот это вот. Который уже как бы сделанный. Вот. И здесь будет у вас еще одна папочка. Там выберите ее. Она будет в формате MP4. Вот. Даже сейчас. Нет, сейчас я, короче, не буду загружать, потому что это долго все будет идти. Вот. И нажимаете ее сюда.
Выберем файл, потому что он у меня уже загрузился. Ну и там будете с этой... Так. Ага. Сейчас тогда я сделаю по-другому. Сейчас мы остановимся на этом месте. Поставлю загрузку, то есть загрузку видосов. Так. Сейчас пока прикрываем все это дело. Так, 5 минут. Ага, ладно, все. Сейчас ждите второй видос.